Этот канал посвящен бонистике и нумизматике, но это все только наше увлечение и хобби. И есть другие, главные вещи в нашей жизни, как наша семья, работа и наше собственное здоровье. В этом видео я покажу, как проходит вакцинация от COVID-19 в Киеве. Но вначале напомню, как все начиналось. Сейчас вы видите, каким был Киев во время первого полного карантина на COVID-19. В один день было прекращено международное и междугородное сообщение авиационным, железнодорожным и автобусным транспортом. В городах или было полностью прекращено, или значительно ограничено движение транспорта. А в Киеве метрополитен вообще прекратил свою работу, что случалось один раз и никогда на такое продолжительное время. Все магазины, кроме крупных супермаркетов, рынки, кинотеатры, музеи были закрыты. Вспомните и еще раз посмотрите, какими были пустыми улицы без людей и машин. Это видео я снимал в разные дни в Киеве. Все каждый день следили за количеством заболеваний и действительно боялись заболеть, потому что смертность была действительно высокой. Мест в больницах для заболевших на COVID не хватало, и даже обсуждался вопрос, не развернуть ли временный госпиталь в залах МВЦ, который я позже еще раз вам покажу. Прошел год, и наконец у нас появилась возможность вакцинироваться от COVID-19. В марте в приложении DIE я записался на вакцинацию и стал ждать своей очереди. В июне мне пришло загадочное сообщение, чтобы я в приложении DIE оставил номер телефона, который я там уже оставлял. После более чем двухнедельного общения с ботом, однажды вечером неожиданно написал живой человек. Это была приятная девушка Оксана, и в общении с которой выяснилось, что все в порядке, надо еще ждать. Я ждал, пока друзья помогли мне записаться на вакцинацию через сайт Healthy, потому что в приложении того же Healthy сделать это было невозможно. Моя запись была на воскресенье, а в субботу я был на слете коллекционеров в Международном выставочном центре, отчет о котором можно найти на моем канале. И если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь. Поэтому в субботу я пошел посмотреть и проверить, как проходит вакцинация. Вот что я увидел. Длинная очередь на вход в зал, где проходила вакцинация. Потому в воскресенье я пришел на вакцинацию заранее, ожидая, что будет очередь. Но очереди не было. На входе меня спрашивали талон с записью, и выяснилось, что можно было приходить без записи. Заметьте, в МВЦ в Киеве вакцинацию может пройти любой гражданин Украины, независимо от того, где он проживает, а не только киевляне. У меня проверили температуру, и я попал в помещение. Два пролета эскалатором, и я уже на входе в зал. Здесь уже нас ждала очередь волонтеров, и пришлось даже ждать еще несколько человек, чтобы нас всех вместе проводили до определенного бокса, где нужно было заполнить декларацию о согласии на вакцинацию и обработку персональных данных. Здесь у нас проверили документы, поэтому не забудьте паспорт или вашу пластиковую карточку. Ваша медицинская карта не нужна. Также мне вручили талон с напоминанием, когда нужно пройти повторную вакцинацию. Мне пожелали здоровья и пригласили подождать на стуле полчаса, проверить, не будет ли побочных реакций. Воздух в зале был свежим и прохладным, и мне даже было немного холодно. Немного посидели, я сделал вывод, что со мной все хорошо. И мы пошли домой, уже вакцинированные. Итак, итог. Можно приходить без записи. Вы проходите контроль на отсутствие повышенной температуры, два пролета эскалатором, немного ждем других пришедших вакцинироваться, идем огромными просторными залами, заполняем декларацию, делаем прививки, ждем, не будет ли побочных реакций. Вот и все. Прошло уже 3 дня, и я никаких побочных реакций на вакцину не обнаружил. Итак, следующие выходные. Кто-либо из вас, где бы вы ни жили, можете даже без предварительной записи сделать прививку от COVID-19 в Международном выставочном центре на Левобережной. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю крепкого здоровья и нумизматической удачи. Увидимся.